Я вас приветствую в аэропорту Орли. Путешествие наше продолжается. Надеюсь, вы с нами продолжаете путешествовать. Всем привет. Привет. И сейчас у нас вторая часть нашей поездки. Мы летим из Парижа, из аэропорта Орли в Хельсинки. Мася очень крепкая девочка, очень сильная. Мы ее гоняем каждый день. Весь день вчера она ходила пешком, а сегодня опять утром встали и едем. Вон, это здесь мы получаем есть такое такс-фри, чтобы заработать денег за покупку, которую мы сделали. А мы сделали покупки в магазине, купили спорттовары, в этом в Декатлоне купили. И теперь получаем возврат немножко, несколько евро. Вот. Вот такой вот аэропорт Орли. Идем на посадку. Амалия главная туристка. Она все прекрасно знает. Уже ориентируется в аэропорту, как в своем доме. Пошли. Мы сели в самолет. В самолете очень холодно. Все одеты. Потому что едем на Северный полюс. Поэтому и самолете холодно. Да? Ну да. Почему холодно? Потому что на Северный полюс же едем. Они привезли с собой. Приехали. Ты сейчас промокнешь. Амаля. Привет. Доехали до Хельсинки. Идем гулять. Амалия хорошо перенесла самолет. Идем получать багаж. Или пойдем на лестницу. По лестнице пойдем. Амалия, не отставай. Скоро пойдем в снега. Мужа в Хельсинки. Да, едем в автобусе. Скоро пойдем, дойдем до поезда. И на поезде едем уже дальше на север. Вон Маська. Маля, скажи привет. Я прям взяла лед в руки. Молодец. Мы видели снег уже даже. Маля, да. Если вы с нами еще, ставьте лайки. Всем привет. Мы уже нашли свой поезд. И вот на этом красивом поезде мы поедем в Ровнееме. Мы находимся на втором этаже. Будем спать наверху. Вон там уже Амалия с Ирой уже там разбираются. Уже собираются отдыхать. Он вот 23:13. Поедет. Он со станции. Вон они там развлекаются. Амалия уже на второй, на верхней полке залезла. Сразу сказал, что это верхняя полка, это ее, и залезла туда. Кричат: привет, привет. Амалия где? Амалия? Все, и мы поехали. Вот на такие ключи закрывают, чтобы закрыть двери. Такое купе. Вот, Амалия уже получила какую-то красивую штучку. Она на втором этаже находится. Вот, и мы уже поехали. Смотрим на Хельсинки. Мы уже едем.
Вот вещи он туда я засунул еле-еле. Здесь можно, здесь он электричество есть, можно заряжать все, что хочешь. Можно еще воду поставить. А, кстати, в каждом нам дали еще воду с собой. Мы пришли, а здесь на каждом сиденье еще вот такой по бутылке воды. А еще, а да, вот и Амалия тоже. А еще вот есть, вот у нас есть туалет. Да. И вот есть, если нужно, есть душ. Так вот открывается, и здесь еще душ. Крутой. Так что мы еще помоемся. И у нас есть еще, когда захочешь. Сейчас мы будем, у нас есть еда, у нас есть там еще снизу пакетик с нашим запасом. Так что сейчас будем праздновать. 12 часов ночи. Спальный вагон, все спят. Мы гуляем. И почему мы стоим, непонятно. Что-то большая станция. Вышел из вагона. Туалет. Ух ты, здесь тоже круто. Здесь тоже есть. Прикольно. Здесь, видимо, можно с животными. К себе. Привет. О. Мы спим уже. Всем доброе утро. Мы ночь провели в этом прекрасном вагоне. Нам очень понравилось. И теперь, еще минут через 15, прибудем в город Ровнеме. А за окном? Зима. За окном полная зима. Елки в снегу. Тот, который не живет в стране, где есть снег, нас поймет, что это для нас это диковинка. А Мария, например, снег не видела никогда. В таком количестве, да. А вы? Я видел снег. В таком количестве? Ну да, в таком количестве тоже видел. А ты? И мама видела. И мама видела. Да. Со своей деткой. А Мария не видела. Видела. Вот сейчас ты увидела. Да. Общий портрет, вид, общий вид на фоне. Ну Мась. Общий вид на фоне елок. Мать, ой.
Все. Вот такой хороший поезд. Молодец, Маська.